Итак, мы начинаем. На этой неделе в Бийск приедет краевая комиссия из Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты во втором по величине городе Алтайского края проинспектируют ход выполнения работ по благоустройству территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас дорожную технику можно увидеть во многих дворах Наукограда. Если в прошлом году строители приступили к работам ближе к середине лета, то на этот раз работы закипели уже в конце мая. Благоустройством дворов занимаются 5 субподрядных организаций, среди которых компании «Бийскдорстрой» и «Бийский дорожник», а вот генеральный подрядчик «Юго-Восточное ДСУ». В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году облик поменяет 77 бийских дворов. Добавим, что цена контракта составляет 81 миллион рублей. Работы включают в себя ремонт проездов, замену лавочек и по необходимости монтаж освещения. На один двор в зависимости от площади уйдет от 500 000 рублей до 2,5 миллионов. Завершиться все работы должны к осени.